Воспитывают 9 детей и хотят еще. Многодетная семья из Тубунов стала семьей года Алтая. Памятный знак им был вручен во время сегодняшней церемонии. Согрей теплом родительского сердца. Это уже не первая награда, которая отмечена в этом году супруги Унгер. Осенью они стали победителями во всероссийском конкурсе «Семья года 2018». Дмитрий и Галина воспитывают 6 девчонок и 3 мальчишек. На сегодняшний праздник, правда, приехали не всем составом. Вместе им просто не хватило места в машине. Живут в большом доме в районном центре Табунского района. Глава семьи предприниматель, недавно купил коммунальную технику, чтобы на ней работать на благо села, заодно и семьи. Супруга Галина вместе с дочерьми занимается рукоделием и развивает у детей музыкальные таланты. Во-первых, это счастье. Тяжело или не тяжело, бывает по-всякому. Конечно, непросто. Молчите, наверное, не согласны с мужем. Очень согласна. Большая семья – это очень здорово, очень хорошо, очень весело. Конечно, это трудно, надо всегда быть в тонусе. Ну, в общем, это очень замечательно. Всего награды получили 43 семьи из Алтайского края. Больше всего награжденных номинации «Семейная династия». Всем семьям были вручены подарки и дипломы, а 3 семьи удостоены медали «Родительская слава».